привет, я на работе. Там уже сидит бабушка, сушится. По-моему, этому планшету пришел трындец. Тут еще зарядка такая, знаете. В общем, не заряжается планшет. Видите, написано, что 14 нужно. Нужно вставить зарядку. Так она вставлена, но он нифига не заряжается. В общем, не знаю. Зарядка какая-то странная. Такая вот. Надо поискать дома, может, найду. Ну, ему где-то 6 лет. У меня iPad. Он тут только здесь рабочий, короче, в общем. И вот так не заряжается. Смотрите, как он, что у меня делает Чарли на работе. Вот так вот он отдыхает. Да? Ты моя любовь? Начинает выворачиваться. Будут работать дальше. Что нам еще остается? Я уже закрыла сегодня пораньше, потому что нам нужно сейчас смотаться в Гранаду, забрать кое-какие документы. А как я уже раньше говорила часто, что здесь все такие государственные организации работают до обеда. Поэтому нужно успеть. Ну, до обеда это где-то до двух. Потом начинаются разные сиесты. И после обеда уже не открываются многие государственные организации. Гранада находится от нас... Что-то я уже не помню. Короче, 40 минут на машине. Ну, это если я 40 минут. Если муж, то у него может уйти час. Я гоняю побыстрее, чем он. Да, есть такой грешок, скажем так. Вот, не знаю, может быть, потом еще, знаете, подумываю в русский заехать в магазин, но не уверена, что я туда хочу. В общем, поживем, увидим. Так, сейчас я... Так, не включилась. Сейчас еду за мужем. И я могла бы одна смотаться, я знаю, где все это находится, но проблемы с парковкой никто не отменял. И поэтому, знаете, 40 минут до Гранады и часа два там искать парковку. Поэтому лучше пускай мы вдвоем поедем, и пока я заберу документы, он там подождет меня с Чарли. Не буду ни домой заезжать, ничего. А что туда и обратно сгонять? Так что вот так. Ну что, погнали? Надо это папе? Папе? Да. Ой, папе приехали. Да, за папой приехали. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая радость. Ой, где? Надо это? Ой, какая радость. Где? Ой, господи, какая радость, да? Ой, ладно, поехали, нам дорогу открыли. Поехали, да. Я вообще-то не хотела заезжать. Надо офигенный город. Здесь
город студентов. Кисто ландуку на камера. Вот, но жить здесь, конечно, я бы не согласилась ни за какие ковришки. Здесь летом очень жарко, а зимой очень холодно. Вообще такой климат. Нет, ну, конечно, не согласилась. Жизнь-то она разная, как говорится. Сегодня не согласилась, завтра соглашусь, никто не знает. Но вот здесь в центре, допустим, парковок вообще нету, машин уйма. Этот сидит. Что-то ждет, когда меня оштрафуют, наверное. В общем, хочу сейчас поехать в русский магазин. Не знаю, что хочу. Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. А, это здесь. Забрали документы, все. Это заняло 2 минуты. И вот стоим уже, не знаю, минут 10 вот в такой вот пробке. Потому что светофоры каждые 100 метров. Надо ездить здесь на метро. В Гранаде есть метро, но оно более надземное. Не подземное, а вот не, а над землей. И один раз на нем даже каталась. Я уже дома. В русский съездила. Купила себе. Просто вот так хочу, чтобы с косточками почистила. И вот так вот сейчас буду. С пюрешечкой. Еще купила семечки, уже нажарила их в микроволновке. Ну, это у меня понятно, что. Еще купила ряженку. И шпроты. А, и еще мы съели уже эти сухарики вкусняцкие. Вот, и все. Время уже довольно-таки позднее. Сейчас быстренько себе сварганю пюрешечку. И с селедочкой что-то мне так захотелось. Я тут вышла с Чарли гулять, там кто-то какой-то, то ли парень, то ли мужик. Идет, короче, горлотанит на всю Ивановскую. Вот я думаю, нормальный ли он или того. Вы его, наверное, не видите. Но мне кажется, вы можете его слышать. Много всяких чудиков. Или, может быть, он тренируется? О. Все понятно. Я в таких случаях, знаете, когда иду и думаю, если какой-нибудь недоразвитый или еще что-то, можно долбануть вот этой штукой. И, правда, она пластмассовая. Мало ли, много же всяких людей странных бывает. В общем, мы сегодня договорились с подругой, вроде бы, как идти погулять. Но у нее что-то планы изменились, поэтому мы в прежнем составе. Я и мой Чарли. Наелась селедки, семечек. Все, как бочка с водой иду. Напилась и чаю, и воды, и вот дуплюхается все. Думала, знаете, как приеду домой, почищу селедку и всю ее сожру. Фикушки, не влезла. Вообще, знаете, вот я сколько раз здесь покупала селедку в Испании. Ну, в русских магазинах, естественно. Всегда пока попадалась очень вкусная. Не было-то ни разу, чтобы она была какая-то пересоленая или еще что-то. Я не знаю, где они ее покупают. В Германии, может быть, или еще где. Но всегда селедка вкусная. Вот, одну взяла. Душу отвести, как говорится. Ну, и смотрите, как орет. Было еще... Такое, как бы, возникло небольшое желание пятиминутное заехать в торговый центр Невада. Ну, просто посмотреть, как говорится, что в магазинах бы есть. Но потом быстро перехотела, потому что у меня буквально на этой неделе, ну, в течение 7 дней предвидится 2 дня шопинг-влогов. Так что подписывайтесь. Если кому интересно такая тема. И жду ваших комментариев. Уже не за горами. Поедем на шопинг. Шопинг, кстати, будет необычный. Не в обычных магазинах. Необычные какие-то торговые центры. В общем, все увидите, все узнаете. Блин, он идет по той же дороге, что и я. Вот тут такой страшный спуск. Чарли, бэнь-бэнь. Бенки, вене, коч. Ужас. Бенте, бенте.
Бенкер я не хочу. Все, спустился, батарейка садится. Чарли туда боится очень идти. И поэтому всегда бегом вот на этот вот спуск. Тут такой спуск страшный. Гляньте, ну он туда это так идет. Певец-то. А тут поля, поля кругом. Огороды. Артист, блин, с Погорелого театра. Я уже собралась. Вот какую я покупала себе маечку и леггинсы. Видите, они все подходят под цвет. Мне кажется, идеально. Идеально. Еще моя розовая повязочка тут. И все, Барби. Барби. Как и вчера меня муж предупредил. Оставляю включенный телевизор. Хотя Чарли уже на кровати дрыхнет. Вот. Ну, чтобы ему не скучно было. Надо взять олимпийку, потому что на улице уже прохладно. И все. Иду, у меня сегодня зумба. Танцевать. Я уже давно дома. У меня мясо в холодильнике лежало со вчерашнего дня. Нужно его приготовить. Вот. И я решила сделать такой... тушеное, что ли, мясо с овощами, как это назвать, не знаю. В общем, готовить буду в мультиварке, там у меня мясо уже сейчас начнет поджариваться, пока я тут порежу фрукты. Ой, фрукты. Эй, фрукты, знакомьтесь, это фрукты. Овощи. Ну, вот эти. А завтра тогда уже добавлю картошки. Наверное. В общем, пока потушу вот с этими овощами, а потом... буду смотреть, что и как. Как-то так. Потому что мясо... на завтра у нас есть еда, но мясо испортится, поэтому надо его приготовить срочно. А продукты я выбрасывать, как вы знаете, не люблю. Ну что, приступим, дорогая. Где мой любимый ножик? В мойке, наверное, как всегда. Режу я себе, значит, здесь овощи. И как вы думаете, кто пришел? Та-дам! На, вегетарианец. О, как хрустит. О, как хрустит. Мясо не давай. Вкусно? А морковочку? На морковочку. И морковочка пошла в ход. Вообще, вы пишите в комментариях, у вас собаки такие же или как? Или только у меня? Он же не с таким с удовольствием ест мясо, как овощи. Я вообще не знаю, это вообще нормально с такой активностью поедать овощи, фрукты, вообще все. И нам относиться, ну так, к мясу. Мне кажется, что это ненормально. Как у вас происходят дела? Вот, попрошайка. Ну, видали? О, как хрустит. Какая вкусняшка. Все, хватит. А то еще вдруг его пронесет. У меня так ноги болят. Вообще, не знаю, уже второй месяц хожу, а все равно ноги болят. Ну, я сегодня на велосипеде поездила, так прям конкретно поездила на велике. В бассейн не пошла, думаю, лучше на велике покатаюсь. Мультиварка закончилась. Ой, закончила работу. Вот. И еще там на беговой дорожке. В общем, на сумбе набегалась, напрыгалась. Так, сейчас. В общем, залила немного водички. Сидит моя рыба на коврике. У нас комары летают. Вообще прям не могу. Все открыто. И вот включил аппарат, чтобы он хоть как-то их, не знаю, убил, что ли. Ой, вот, завтра у меня последний день, и в пятницу у нас выходной. Завтра у меня есть кое-какая головоломка, но об этом я вам скажу завтра. Так что, еще раз повторяю, подписывайтесь. И спасибо вам за комментарии, все читаю, сейчас буду отвечать вам. Рада, что вам понравилось, как я там занималась. По возможности буду вам еще снимать. Но зумбу это нереально снимать, потому что там мы бегаем, прыгаем. И эта камера или телефон улетит хрен знает куда. Чтобы если мне его повесить там на руку, то это тоже нереально будет смотреть, потому что все будет трястись. В общем, зумбу нереально заснять. А вот если вот когда занимаемся со штангой, то да. Может быть, в следующий раз
запишу, как, какие приседания делаем, потому что мы там занимаемся час, а я вам показала, не знаю, наверное, минуту из этого часа. Вот, то есть конкретно занимаемся, приседания отрабатываем вообще на этом занятии, все мышцы, все вот какие есть у нас мышцы, я даже и не подозревала, что они у меня есть, вот, и мы все их отрабатываем, как говорится, да, поэтому постоянно ноги болят. Ну ладно, это не такая боль, которую невозможно терпеть, нормально все, все нормально. Буду с вами прощаться до завтра. Еще раз я говорю, что у нас... А, у нас завтра вообще... Ну, в общем, все увидите завтра. Не буду открывать секреты. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.